Хорошо. Кто сюда? Пастухов. Идешь к нему, делаешь, показываешь все голенем, а он уходит, показывает через плечо. Без бруска. 10 ты, 10 он. Значит, Даня, твоя задача, посмотри, Маша, твоя задача. Что вы делаете? Что стоит? Руки. Ваша задача или правая гофта, или гофта. Значит, вы должны что сделать? Ты говоришь, стой. Вы сделаете это движение. Раз. Еще раз. Раз. Шаг вперед. Еще раз. Прыжок. Шаг и подсекай. Еще раз. Раз. Два. Три. И постарайся вот коснуться вот так. Еще раз. Давай, давай. Давай. Прыг. Шаг вперед. Оп. Нет. Смотри. Надо очень сильно наклоняться. Присесть, присесть просто вот по такому же. И раз, два, хлопнуть, да? Давай. Раз, шаг и хлопнуть. Присядь, пошел. Давай. Раз, шаг и хлопнуть. Оп, не раз, раз. Давай. И оп, и хлопнуть, Маша. Давай. Прыгаешь назад. Раз, шаг, хлопнуть. Еще раз. Раз, руку, или эту руку должен поймать. Если она так стоит, ловишь эту руку. Если она разворачивается, эта нога, еще раз плохо, то ты ловишь отсюда. Пошел за ним. Назад, хоп, и за ноги хватает. Вот, видишь, неудобно, еще раз пошел. Раз, значит, хоп, и руку поймал. Отпрыгнул назад, пошел вперед, хоп. Чтобы одну или эту руку тебе отсюда. Понятно? Он делает три раза, она три раза. Ваша задача прыгнуть назад. Сделать шаг. Оп. Еще раз, посмотрите. Раз, два, не просто, а еще эту надо отсюда. Оп, заходи. А ты должен правую руку засунуть вот сюда. И все. Пошли. Что ты делаешь? Зацеп. Я знаю. У тебя делай. Боком. Оп, вот, пошел. Так, хорошо. Менять? Да. Еще. Оп, хорошо. Еще раз. Сделали? Сделали. Значит так. Отсюда, хоп, вот это движение. Отсюда, то есть шаг и влезаешь на заднее, разворачиваешься, показываешь вперед бросок. Так, правильно. Еще раз. Отведи. В эту сторону. Вот. Отшагиваешь во время этого или сюда, сделай так, или за шею. Нет, ты не делаешь, как они делают. Раз, два. Вот так. И заходим за ноги. А вот я его слышал, что хорошо. Я его покажу. Хоп, типа я вот ты мне делаешь. Давай. Покажи, Саша. Раз. И брось, Маша. И захватить, захватить, захватить. Не надо, какая подсечка, ты что, он идет вперед, и ты ему зацеп. Как он туда упадет, он сюда? Это ты упадешь? Еще раз. Отойди сюда. Раз. Оп, оп. Ну, руку, уходи. Уходи, оп. И сюда, голову вниз. Давай. Пошли. Не вижу. Не вижу. Зачем ты ногу ставишь? Раз, покажи, чтобы тебе, вот когда ты поставил его, начинает подворачивать. Ты стоишь, потом падает только. Убираешь ее просто для того, чтобы хорошо вошел. Пошел. Первый. Менялись? Нет, еще не раз. Давай. Так, ну сколько раз? 8. 8. Второй. 5 прямые ноги. Вот посмотри. Вот зашел. Вот. Вот надо присесть, вот надо стоять. А ты стоишь вот так, поэтому тебя травмируешься. Руку поставь.
правильно стоит? Да. Да. И не держи заклад. Вот, уже! Нет. Облезает? Да. А ты берешь и разгоняешь. Еще раз. Вот он влезает. Вон. Руку покрути туда. Вот. Вот куда надо накрутить. Вверх накрути. Прямо сюда. Да. Вот, вот. Вот только начинает, ты уже уходишь. Нет! Ты, он начинает, и ты идешь это сам. Он на этом будет? Вот это разворачиваешься. Давай. Так, сейчас. Так. Не падает, захватить его за ноги и бросить. Захватить Машу за ноги и бросить. Захватить одну или две ноги далее. Стоп, 5 секунд. И меняемся. Опять ноги прибыл. Опять стоишь, смотри. Вот, вот так стоишь. То есть на пятках поднял, ты еще вот так ноги. То есть не так, а еще вот так. Балет надо было. Так. Уже. Уже. Вот. Что ты стоишь, у тебя ноги вместе? Что, в туалет хочешь? Да давай шире, брат! Давай, делай ручку. Три раза, вот тебе три раза. Давай. Бросок? Нет. Учкови, учкови. Тоже? Да. Раз. Пошел. Два. Пошел. Три. Поменялись. Пошел в зацеп. Стоп. Для того, чтобы он делал зацеп, ты должен встать между зацепом. Только когда ноги широко, тогда он тебе будет делать. Уже, уже, два. Ты можешь на шею его держать. Можешь на шею его держать. Во, или так. Два, три, да? Так, высокий фактор отсюда удушающий. Правой рукой держишь захват. Правый захват. Так, зашел. Молодец. И удушающий. Три раза ты, три ты. Пошли. Пошли. Вот-вот. Эй! Георгий, мэй! Если тебя захватили, вот так держишь, обязательно забьешь. Да? Пошел. Оставляешь одну ногу. Бросай. Бросай. Понятно, да? Стоишь, она идет на эту ногу, это убрал, она захватывает, и ты прыгаешь, а они стараются тебе бросить ногу, здесь ставишь, а ставишь вот так, видишь, что ты толкаешь, я не разминался, пошел, стоп, фронтальная стойка, смотришь на какую ногу хватает, и одну ногу убираешь, другую оставляешь, вот. Все, сделали? Да. Так, через спину с колен три раза, через спину с колен три раза. Классический захват. Да, одной рукой держись, да, одной рукой можно потом держаться. Можно потом, да, да. Маша, ты считай 5 секунд, 5-6 секунд. Второй рукой голову держи, чтобы не подходить. Есть, да? Нет. Дальше так, ты подворачиваешься. Да? Все, да? Да. Давай. Стоп! Куда уходит? Куда, блин? Даник, ты не закрывай мне, пожалуйста, камеру. Раз, взял и бросил нафиг его. Зацеп болен, подсечку. Голову его. Вот так. 8 секунд давайте сейчас, по 8 секунд. Значит так, делаешь через спину с колен, и потом кинул, и постараешься делать удержание. Эй! Кинул, кинь его, и не отпускай захват. Ты, все, ну давай, давай. Брось через спину с колен. Раз. Джимай! Держать! А ты должен уйти. Стоп! Стоп, 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 приготовились. Так, вы отдыхаете,
неделе отвечаете. Стоп? Нет. Бросок через бедро. Три раза просто делаешь, а потом смотри. Бросок, кувырок. Бросок, кувырок. Готов? Сделаем. Раз. Че? Те? Те? Еще раз. Делай. Оп! Мате. Еще раз. Меняемся. Меняйся. Три раза ты, три вот. Еще раз, да? Да. Стоп. Стоп. Артем. Вот он падает, да? Да. Зачем ты ноги подвигал? Он же в ту сторону на спину ложится. А, так мне можно убегать? Ну а что тебе делать? Я думал, он удержание. Зачем удержание? Так вы сказали, что он удержание делает. Пусть удержание ты не даешь. Поменялись. Так нужно отпустить на удержание? Да зачем? Так сразу честно, пускать не будешь. Ну нафиг пускать. Так сразу как падаешь, сразу. Сделай глаз еще раз, пожалуйста. Держи, ты уходи. Вот так можно? Можно. Но ты должен удержание постараться сделать. А ты как бы, ну не сразу очень сильно выйдешь. Ты же... Ну так, да, поделись. Если не сразу, не сразу. Так. Переворачивай, держи его, что ты его оставил? Вот это. Хорошо. Что ты падаешь на него, мой? Подними чучело. Что ты на него падаешь? А если это ты с папой борешься? Взял папу, долбанул, да? Так, я не буду. Отсюда. Бросок, бросок. Кувырок. И ему хорошо, и мне. О. Так, стоять, положи. Маша взяла через бедро. Три броска делаешь ему. Ты, Маша, делаешь бедро. Все? Да. Что-то быстро, а ну еще покажи. Маша, ты не падаешь, делаешь ему. Ты что, убить его хочешь? У меня столько денег похоронить нет. Пожалуйста. Надо же хорошо взять, не бежал. Приди же. Вот. Делай спешат. Делай. Что стоишь? Стоп. Хорошо. Так, встали. Делаешь зацеп голенем, ты убираешь, аккуратно делаешь бросок, придерживаешь и потихоньку опускаешься, стараешься сделать и держать. То есть не падай на него. Посмотрите, что там. Что там? Вот. Атакуешь. А ты не даешь уже, стоп. Искупал. Он или болевое удержание, а ты отсюда начинаешь как бы. Секунда. Зафиксировал в том раз и начинает уходить. Ты уходишь как бы, а он старается сделать. Уходи, 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 уходи. Делай, делай, делай. А ты поменяй. Сама кнопка дать. Вот я отпускаю, отпускаю. Стоп, стоп, стоп. Вот так будешь делать удержание сбоку, получишь болевую. Еще раз. Бросил, опускайся на колени или со стороны головы. Потому что ты сторону ставишь, и получается тебе болевую. Он тебе будет делать болевую. Ты не умеешь делать, а он делает все время болевую. Давай. Локоть держи и опускайся. Да ее спасает, да? Ну, ты сделал бросок, у тебя заклад. Да. Так и держи его, не, не уходи, ничего не делай. Просто потихоньку уходи на колени. Вообще, это просто на супер. Вообще, я устал, да? Раз. Держи, 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 держи. Стоп. Уже поздно. Стоп. Держи. Еще. Не получилось.
Не двигайтесь. Уйди, Влад. Я? Да, да, Поступов остается. Уйди. Уйди. Чуть-чуть руки выпущу. Используйте. Бросок есть, по колено наступил. На шел в воду, он раз. Один ты, один ты. Сейчас другой. Сделали? Да. А ты? Умираешь. Все, вы встали вдвоем здесь. А вы вдвоем сядьте, отдохните. Сейчас вы еще помолчите. Так, стоп. Значит так. Поступок. Значит, Георгий, смотри, что ты делаешь. Ты как бы вот на месте стоишь, раз, два. Поднял, подсек. Поднял, подсек. Поднял, подсек. Поднял, подсек. Что? А зачем поднял? Поднял, подсек. Зачем поднял? Поднял ногу. Оп, и подсек, осторожно. Еще раз. Еще раз. Не грузится. Значит, ты, нет, ты иди отдохни. Значит, что? Смотри, я хочу этой ногой подсечь. Значит, я поднимаю другую ногу. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Пять раз делай ты, пять раз он. Сюда. Так. Далее. Очнись. Все. Маша вышла, видишь, он никакой. Так, твоя задача захватить ногу и брось. Хорошо? Пожалуйста, шаг, прыжок назад и оп, вот. Вот, а ты защищаешься с двумя руками, ну аккуратненько так, да. Хорошо, стоп, готово. Все. Молодец. Сделали? Да. Один, второй. Значит, смотри, Артем. Да. Он показывает. Раз, два. Он, когда начинает нога идти, ты вот свою ногу убираешь, показываешь. Хоп, движение. Хоп, движение. Хоп, аккуратненько еще раз. Давай. Так. Не понял, кого ты подсекаешь? Я? Да, стоп. А с какого ты подсекаешь? Да. Давай я покажу тебе. Да я понял. А ты здесь что? Да не получилось. А ты не скажешь. Что, первый раз что ли? Я знаю. Или ты делаешь вот так, вот сюда. Еще раз. Поднял, раз, оп, вот сюда. Давай. А ты чуть ноги пошире, ты не помятый. Так, да, хорошо. Георгий, все, отдыхаешь. Вы вдвоем встали. Что тебе приснилось? Чувствую, тебе уже этот, как оно, шум в ушах проснулся. Все, вы вдвоем свободны. Да. Завтра во сколько? Я у меня сейчас есть один момент. А у тебя вообще уроков нет, ты прогрузчица. Значит, 10 часов утра. 9? Еще раз. Смотри, ладно. Не сюда. Даже если он не попадает. Рожа. Как мне раз вернуться правильно? А знаешь почему? Я тебе скажу, почему ты же вернулся. Во-первых, да. Во-первых, ты вот так стоишь. Правильно. Во-вторых, ты стоишь на пятках. То есть ты должен пятки немножко разгрузить. Пошел.
Оп, уже движение должно идти. Он только начинает делать, ты уже раз и показал. То есть отсюда. Раз, вот движение. Раз. А ну-ка. Так, Георгий, давай мы тебя нагрузим. А, у тебя еще завтра тренировка? Ой, сегодня? Да. Так, все, я тебя отпускаю.